С вами канал Мастер до всех дел и Максим. Подключение раковины к водоснабжению и канализации. Кран с одним барашком я уже установил. Здесь только холодное водоснабжение. Бойлер косвенного нагрева еще не подключен. Это временное решение. Теперь нам нужно подключить слив к канализации. И необходимо присоединиться к холодному водоснабжению. Для начала нам нужно собрать данный сифон. В комплекте мы имеем гофрированную трубу для подсоединения к канализации, прокладки, сифон, вот этот вот, он же является клапаном, наполненным водой, который защищает это помещение, любое другое помещение, от проникновения газов из системы канализации, неприятных газов. И все, собираем. Сифон выглядит следующим образом. Для него должна быть прокладка. Прокладка вот здесь вот прижимная. Вот сюда вот мы ее устанавливаем. Аккуратно и не спеша. Фиксируем нижнюю часть. Ну, здесь давления никакого нет, без фанатизма. Зафиксировали. Для тех, кто любит собирать пазлы, потому что в мое время Лего не было. Лего не было. Был конструктор на железных болтах. Поэтому сейчас я просто кайфую, когда необходимо собрать что-то подобное. Прокладка прижимная. Помещаем туда наш патрубок. Предварительно на него надеваем прижимной механизм. Зашел, прокладка прижмет все это дело. И фиксируем. Зафиксируем наш гофрированный шланг. Так, проверяем, подходит. Здесь таким же образом прокладка конусная, конусная. То есть мы конусом вот сюда ее, собственно говоря, и помещаем. Не забываем надеть нашу прижимную гаечку. И туда у нас замечательно он вошел. Так, после чего фиксируем нашу гайку. Нашу гайку фиксируем. Следующим этапом нам нужно собрать вот здесь вот фиксацию сливного отверстия. Здесь есть ключевой момент. Я обратил внимание. Ну здесь нормально. То есть здесь мы нашу металлическую пластину фиксировать будем сверху. Потом нам нужна резиновая прокладка. Мы помещаем туда болт. После чего мы ответную часть укладываем вот так вот. То есть здесь есть определенный паз на данной прокладке. Вот он. И мы его вот сюда вкручиваем. Да, здесь резьба опять в пластике. Опять без фанатизма необходимо все закрутить. Так, фиксируем вниз. Угу. Зафиксировать нам необходимо болт. Отвертку на минус я искать не хочу, поэтому использую уголок. Снизу ответную часть крутим. Выглядит это следующим образом. Более чем достойно. С внутренней стороны мы видим вот это. Подзахрясла крышечка. Там, по-моему, у нас резиновая прокладка. Хрясла крышечка. Долго она ждала своей участи. Идет. Только очень медленно. Поддалась-таки. После чего мы замечательно можем туда поместить
наш сливной патрубок. Тоже с прокладочкой, что герметизирует и не дает запахов из системы канализации проникать в помещение. Так, дальше. Для удобства мы сразу накрутим гибкую подводку. Сразу накрутим. После чего нам необходимо зафиксировать. Здесь немножечко ослабим. Здесь устанавливаем прокладку. Она у нас прижимная. Смотрим, чтобы ничего не перевелось. Так. Фиксируем и зажимаем. Подвести гибкую подводку к нашему смесителю. Окей. Открываем кран. Кран открыт. Проверяем на возможность протечек здесь и гибкую подводку. Все отлично. И открываем кран. Кстати, данный кран был более чем недорогой, в районе 350 рублей. Выходит воздух из системы. Вода холодная пошла. Смотрим здесь. Протечек нет. Протечек нет. Все сухо. Отлично. Работа сделана. Считаешь данное видео полезным? Ставь лайк, пиши комментарий. С вами был канал Мастер до всех дел и Максим. Всем удачи, а я пока помою руки.